Всем привет, дорогие друзья! С вами King Game Fox, и мы продолжаем проходить игру Assassin Black Flag. Ну что ж, мы остановились на этом месте. Мы вылезли на этот островок, чтобы поймать пару животных, короче. Так, короче. Тут надо убить каких-то игуанов и оцелотов. Так, ну-ка, давайте-ка глянем. А, вот. Подстрелить надо игуану и убейте оцелота с воздуха. Так, ну-ка, воспользуемся нашим зрением. Ага, я так понял, это игуан. Ну, давайте его подстрелим. Стоять, 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 стоять. Есть. Отлично. Игуан. Ну что ж, приключения Эдварда Кейнова продолжается. Мы в раю. Это что? Крабы бегают, что ли? О. Их, я так понял, подстрелить нельзя. Ну ладно. Пойдемте. А вот оцелот. Так, его надо с воздуха. Ну-ка. А ну стой, сука. А вот еще один. Нифига. Серьезно? Целых три оцелота. Сука, они какие-то трусливые какие-то. Убегают. Так, ну давай, кто-нибудь, подходи. Блин, надо поменять позицию. А, ну-ка, давайте-ка возьмем сундучок и анимус. Красота. Так, нам нужно как-то наверх. Наверное, туда нам надо идти. На ту часть острова пойдемте. Ну, давай. Хоть один. Самый смелый, давай. Черт. Издевается. О, тихо. Может, он сюда подойдет? Давай, 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 давай. Идет прямо на меня. Молодец. Сука, он что, увидел меня? Вот сука. Ладно. Давайте вот сюда заберемся. О, еще один. Здесь они меня точно не должны увидеть.
Блин. Долго я буду еще тут сидеть? Ну, хоть кто-нибудь. Давай, иди сюда. Сюда иди. Сука. Не хотят. Ни в какую. Блин. Что за хрень? Это подстава. Оу. Больно. О, сука. Бля, давай, 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 иди сюда. Офигеть. Так, короче. Я так думаю, надо делать паузу, а то я так проторчу еще. Хер знает сколько. С этими оцелотами. Ладно. Пока сделаю паузу. Так, одного я дождался. Вот он, идет. Есть! Фу. Наконец-то. Замечательно. А теперь можно просто подстрелить и все. Пойдемте еще одного игуанчика найдем. И все. Вот и все. Так, и че? Короче, ремесла, да, надо? А? Улучшение здоровья. Типа, улучшили наручи, да? Так, теперь улучшаем кобуру. Отлично. Миссия, о, миссия выполнена. Что тут, какая-то бутылочка лежит. Давайте-ка возьмем. Потом бухнем. А, это бутылка с запиской. А я думал, с ромом. Какая-то записка. Так, ну читать я не буду. Короче, кому интересно, читайте на паузе. Так, что тут у нас еще? На острове осталось фрагментик и какая-то тайна. А, тайна вот. Карта сокровищ. И тут и анимус неподалеку. Какая удача. Угу.
рядом с большим камнем. Ладно. Этим мы потом займемся. Так, и тут рядышком анимус. Давайте возьмем. И чтоб нам больше потом не возвращаться на этот островок. Сразу его очистим. Все. Так, еще один. И еще один анимус. Оп. Так, где он? Не одно то дерево. Еще. Вот теперь все. Ага. Отдывали. Что там делаешь? Что-то нашел? Эй, капитан, все нашел. Моим исканиям нет предела, друг. Но я смастерил себе кобуру. Теперь мне нужен для нее пистолет. Вот. Из трюма, как ты и сказал. Чуть больше трубки. Но сойдет. Ну, мы отдохнули? Или же постоим еще? Поднимем якорь. Команде не терпится попасть в цивилизацию. В Нассау нет цивилизации. Зато там можно повеселиться. Да, цивилизация. Погнали. Давайте на четверочку оценим. Серия выстрелов. Понятно. Надать скорости! Уходим отсюда. Вот так вот. Все паруса отдать! Поехали. Кстати, тоже можно матросские песни слушать. Так. О. Что-то, походу, я не туда поплыл, наверное. Надо было по левой стороне. Какой-то груз. Ром. Отлично. Черт, враги, что пас? За нами корабль, сэр! Сами разрывались! Старьте-ка по ним, сэр! На абордаж? А, я даже не знаю. Черт, врагов-то это херище. Куда я вообще попал? Не, давайте-ка просто его... потопим, да и все. Черт. Паруса отдать, круче к ветру.
Ах вы суки, ну давай повоюем. На, сука. К бою готов, меньше хор. Сам, там у него уязвимое место, сэр. Вот так-то. Долбаные шхуны. Макборд, накидывай. Идем на столкновение. Так. Еще паруса отдать. Седлаем ветер. Куда нам плыть-то хоть? Забираем. Оу, блядь. Утесы! Спустить промселя и пол промселя! Поймать ветер! На пол не каждый дюйм! Так, здесь что, рядышком какой-то давай, форт, что ли? Вражеская зона почему-то. Так, Насау. Давайте. Кстати, попробуем сейчас костюмчик поменять. Давай, капитан Вонючка. Скажи, что я арестован. Ну скажи! Твои братья? Давай, беги, псина, беги к хозяину! Да, мы все были приватирами, пока шла война. До встречи! Окей, Насау. Цивилизация. Райский городок, я бы сказал. Так. Какой-то магазин. I only trade with ship captains. Чё ты сказал? I only trade with ship captains. Чё? Недоступно? Хм. А ты? Так, ну-ка дайте-ка мне какой-нибудь костюм. Так, клинки, пистолеты, боеприпасы, одежда. Так, я сейчас в чем вообще? У меня вот этот наряд Эдварда Кеннелла. Ух, нифига себе. Ха. Я могу и за Конора типа поиграть, и за Эдса, и за Альтаира. Так, не, давайте что-нибудь такое. Костюм приватира. Приватира. Давай. Все. Я одел его, да? Бурый плащ. Политика. Нифига себе, политик. А, так, секунду. Ну и... Неплохо. Хороший костюм. Ладно. Погнали на сюжетку. О! Стоит собака. Есть. Так.
точки синхронизации. Давайте-ка сбегаем. Ой, куда ты? Блядь, иди нахер. Так, какой-то сундук. А куда я бежал-то? А, я бежал вот сюда. Здорово. Ну, полезли. Красота. Ой, извиняюсь. Воу, нифига себе. Призраки, мать их. Давай. Неплохо. Ю-ху. Так, песенка очередная. Стоять. Стоять, сказал. А, ну. Есть. О, пердатый. Да никогда в жизни курицу не ел. Вообще, что такое курица? Вон на берегу рыба валяется. Бухие. Понятно. Ну, здорово. Отдывали. Клянусь богом, вот славная встреча. Выпей с нами. Привет. О, Кенвей. А это кто? Адевали. Квартирмейстер Галки. Галка? Ты что, назвал свой брик в честь дурацкой птицы? А Аде, что? Это лучшие люди здешней конфедерации. Эд Тэч, Бен Хорниголд, Джеймс Кид. А ему можно доверять оружие? Тихо, Бен. Аде спас мне жизнь. Мы ищем людей, нам не достает команды. Ну, тут хватает ловких молодцов. Но осторожней. Недели две назад сюда пришел королевский флот. Расхаживают здесь, будто хозяева. Ясно. Посмотрим, что выйдет. Команда Галки. Все понятно. Это я знаю. Так.
обезоружить. Отправляйся в шагалку, я найду им дело. Счастливо. Счастливо. Так, значит, надо их обезоружить и убить. Но это вроде не так уж и сложно. Так. Говнюк. Отдыхай, сволочь. О. На, сука. Давай. Так, сундучок. Давай, Эдвард, мать твою, ты чё? А ну-ка, успокоился. Давай, сука. А вы опомнитесь, ребятки, что ж вы как взбесились-то, а? На. Выручили, сэр. За Джеком не пропадет. Хорошо. Так, погнали туда. Запретная территория. Первого. Блять, не то. Спрыгни. Черт, херово, что их под прицелом держат. Меня вот это напрягает. Черт! Тука поганая. Ну давайте, ублюдки. Давай. Но, блядь, так спокойно идет. Блин, долбанный стрелок. Нахер я сейчас его пострелю к черту. К чертовой матери надо было его подстрелить и все. Отправляй всех на галку, я найду им дело. Блядь. Счастливо. О, мягкая посадка. А ну-ка, сука, убери. Чё, подстрелил всё-таки? Тварь. Пошли вы нахер. Давай. Вот так вот. Ты что скажешь? Легко. Слыхал, он с долговязым Беном плавал. Он мой. А, ну ладно. Вот что я думаю о твоих приказах, мразь.
Ах ты, сука. Грация, благодарю. Теперь я ваш капитану. Ну ладно. Так, давайте-ка в ту сторону. Оу. Нифига себе. Давайте попробуем сверху. Залезай. На, сука. Свободны. Ну-ка. Если возьму мушкет. Эх, нахуй, перерезал как свиньи. Так, что нам остался еще последний пират? Хорошо. На, сука. Похоже, у нас тут упрямый осел. Ах ты, собака. Я, может, и выгляжу так, но я не бандит. Нет. Выручили, сэр. За Джеком не пропадем. Хорошо. Твою мать, так-то нам надо еще двоих. Блять. Еще. Да спрыгивай. Так, эй, вы. Вот, давай, спускайтесь. Да че вы? Ну, блин, вы чё? Ты, конечно, молодец, но... Но это было лишнее. Так, мне надо ещё двоих найти. Обезорудить. И убить. Чёрт возьми. И где их искать? Упс, тупик. Капитан, быстрее! Там схватили одного малого, хотят повесить. Да? Кровь, о, множество невинных жертв! По приказу его высокопревосходительства преступник будет повешен за шею! Да нихера. Давай. Сейчас меня подстрелит.
А, черт, больно же. Нет. Вы что творите-то? Ауч. Засчитали. О, черт возьми, чуть не убили. Свободен. Кенуэй, а ты пунктуален. О, у меня ножи появились. Круто. Ну ладно, нам повезло, слава богу. Ух. Было бы обидно еще раз умереть. Кстати, анимус, давайте-ка возьмем. Опа. Ой, пардон. Ну что, теперь отправишься на промысел? А слыхали про обсерваторию? Ну да. Старая легенда, как Эльдорадо или Источник Молодости. Конкретнее? Не то храм, не то гробница. И там лежит сокровище. Точно, смотри. Брехня. Хочешь гоняться за сказками вместо золота? Это дороже золота, Тэтч. Дороже добычи с любого испанского галеона. Грабить королей, чтобы нищие стали богаче, это да. Это не богатство, это сказки. Так, ну чё, этот квест мне понравился. Давайте-ка оценим его на пятерочку. О, курьер, где? Эй, курьер. А ну-ка. Блять, ку... Ну ты Кенуэй, молодец. Спасибо. Ничего. До свадьбы заживет. Ну что у нас тут, вот миссия рядышком. О, чё, мужики, отдыхаем? Хорошо устроились, можно присоединиться. Утро доброе. А неплохую игрушку ты раздобыл. Какой-то ты зеленый, Хорниголд. От зависти? Потому как у меня больше? Да, небось, опять эта дрянь с Ямайки. Предпочитаю испанский. Итак, ты обзавелся роскошным бригом.
Ладно. Я научу тебя управлять им. И заодно тому, как брать приз в бою. Тэч, жди в старом рыбачьем поселке. Ага. Ладно, поплаваем, что ли? И чему он нас будет учить? Где твой рулевой, Конвей? Люблю сам вести свои корабли, Бен. Так надежней. Добавим ходу, ну же. Не учи меня, Бен. Сколько призов мы взяли вместе, когда были приватирами? Одно дело участвовать в нападении. Так, что у нас там написано? Моряков из... фельконетов. Другое возглавлять. Итак, ищем купцов, мальчики. Их суда набиты грузом. Возьми трубу и найди нам шхуну, Кенуэй. Ты увидишь, что именно они везут. И заодно поймешь, насколько защищены их корабли. Пошутить вздумал, друг? Ну, это херня. О, дерево хотя бы. Вот достойный приз. Отлично. Ну да. Теперь сближайся. Когда ты уже взял приз, демонстрируй власть и требуй от пленников поставить метку уважения. О. Это подчиняет тех, кто слаб воли. Запомни, твоих жертв всегда должна страшить мысль о том, что ты в любую минуту можешь переменить свое решение. И преспокойно вспороть им брюхо. Так. Все понятно. Ты будешь осторожен. Только не затопи корабль. Вылавливать груз из моря не весело. Но и это возможно. Ну что, мужики, на абордаж. Корабль не на ходу, к тому же зачерпнул порядком воды. Довольно палить. Иначе попросту затопишь его. Так, надо убить из фельконетов. Так, что-то мы далековато, давайте тяните. Все, красота. Не бывать мундиром на борту. Миссия выполнена, вперед, мужики. Давай. Давай, сука, подходи. Ах ты, собака. Да блядь, что такое? Не дадут спокойно убить. Кутенгован Бендия, сеньор. Я капитан Хорнигол, а это моя команда. Мы моряки, как и вы, но цели наши весьма разнятся. Ибо мы жаждем лишить вас благ земных. Однако же мы пощадим жизнь всякого на этом судне, кто покорится нам. Все ясно? Ну, мы мать, сеньор. Тему фамилия. Селу суплику. Кто здесь знает английский? Инглес. Мало. Скажи, друзья, мы забираем ваш груз, но никого не тронем, если все будут спокойны, как паруса в штиль. Ясно? Повторить прошу. Да чтоб вам лопнуть. Заприте их в трюме и забирайте все, что не прибито. Неплохо. Починить галку. Главная добыча, Кенвей. Еще с полдюжины таких дел и денег на год хватит. Ага. Вот продадим груз и добавим еще пару безделушек на твою галку. Что мне горе? Я ищу приз, которого хватит на всю жизнь. Я буду королем Вест-Индии. Вспомни, мы сбежали в Насау, чтобы забыть про дерево. Что ж,
Буду благородным и состоятельным джентльменом. Хватит уже про свою красотку. Наш дом Нассау, не Англия. Ты не мечтал о большом ужине? О корабле, где столько золота и серебра, что тебе на всю жизнь хватит? Мечтал. Но что с того? Неплохо бы найти десяток ничейных сундуков с золотом. Но это, как честный король, редкость. О, ткани, сахар. Вот этот бы взять на абордаж. А он плывет прямо за нами. Так, у нас дополнительные миссии не появились. Ага, украдите ром. Ага. Спустите все, кроме грота. Нам нужно искать ром. Ослабьте, знаю, а вот и он. Стопы. Трави! Удачная позиция. Блин, что приказал? Я забираю твой груз. Ну что, еще одного? Еще одного ублюдка грохнут. Блять. Отлично. Окей, вот теперь можно плыть. Все паруса отдать! Давайте-ка попоем. О, какая-то рыбка. Ха. Давайте-ка поймаем. Какая-то рыба-бык. Давайте-ка оценим. Рыбка-бык. Хватай веревку! Ух. А ну-ка! Черт. Видали, а? Как орет, а? Видали, а? Какой ты горластый, Кенуэй. Ранили! Уходит! Высматривайте плавник! Так, у нас еще 12 гарпунов. Вижу! Впереди! Еще ударим!
Ну что ж, это было нетрудно. Ух, какая рыбка. Браво, капитан! О, да. Бомбрамселик! Лен, здесь проплыть-то можно? Походу нет. Черт. Или можно? Погоди, погоди, погоди. Нет, наверное, все-таки можно. Но подождите, подождите. Я вижу сундучок. Окей, давайте-ка возьмем сундучок. Какая водичка. Хорошо. А, первый из 46. Только лишь первый. Ну, понятно. Первую рыбку поймали. Первый сундук взяли. На островах. Капитан, поймаем ветер! Паруса отдать! Ну ладно. Я уж думал, тут уж придется обратно плыть. Нет, оказывается, здесь можно проплыть. Хорошо. Ну что ж, мы на месте. Приплыли. Так, купите прочный корпус. Думаю, опасность миновала. Сейчас купим. Убавить лиселя! Живее, ребята, лишнего не дам. Так, это у нас все. Пока типа еще обучение идет. Калитрой пораки, капитан. Купить. Окей, 1000 реалов. Разбой и грабеж выполнено. На четверочку. Неплохой был день. Если так пойдет, Насау станет первым городом, где люди будут жить вольно, как велел Господь. Нужна лишь пара капель крови и пота, да клочок ткани. Мы не ходим ни по чьими цветами, не забывай. Этот черный флаг — лишь знак твоей приверженности свободе человека. Теперь он твой. Не опозорь. Клянусь. Верни-ка мне мой список. Нашей республике, кроме золота, еще понадобятся пушки. Нужно атаковать флот. Если это будут люди Филиппа, наш король не будет оскорблен.
Ты, должно быть, заметил, что торговых судов в этих водах раза в три больше, чем военных кораблей. Да, легкая, но скромная добыча. Именно. А для того, чтобы выманить военных, придется немного пошалеть. Ловить крупные... Точно. Так что, твою мать. Офигеть. Это было случайно. Так, подзорная труба. Вижу корабль. Военный брик на горизонте. Зоркий глаз, друг. Ты готов, Кенвей? Готов. Этот корабль без боя не сдастся. Кто за то, чтобы взять брик? Крикните да! Это я и ждал услышать. Так, вот эту хрень... Готовимся к бою! Все к пушкам! Осторожнее с ними, парни! Могут протаранить или обстрелять с борта. Попробуем на них бочонки с порохом, или как? Да, это мысль. Ну что ж, прощай. Спустите все, кроме грота! Здесь надо бить! Скажите, Кэп! Все, давай! Пойдем на перерез, нас протаранят! Сау! Ударьте туда, это их добьет! Сау! К бою готов! Блин! Ударьте туда, это их добьет! Кроты по ветру! Нет, стреляйте вон туда! Бли! Бли! Вон слабое место! Сау! Снаряды побежали! Нам нанесли! Да! Убавить парусов! Сау! Стреляйте прямо туда! Бли! И кинем крюки! Вот и все, расстреляли его. Ха-ха-ха. Давайте возьмем этот брик. Давай. 10 человек убить. А куда, куда? Еще одного убейте и все. Но наконец-то. Плохо так. 65 металла. Круто. А еще немножко не хватает. А вот еще металл. Пожалуйста. Так,
украдите сахар 30. Ограбьте охотников за пиратами. Нифига себе. Все паруса! Поднимаем все паруса! Хм. Так, я даже не знаю. Если сейчас металл-то возьму, и у меня доп. Задания-то не пропадут. Мне вот это интересно. Может, лучше того взять? Да, давайте-ка он. Ты, ладно. Металл пока я брать не буду. Ну что ж, будем ждать охотников, значит. Наши бравые охотники. Паруса отдать к ветру. Спустить все, кроме грота. Накидывай. Надо было сдаваться, пока он ушел. Давайте, берем на абордаж. Тяни, давайте, черти. Спускайся. А. Давай, давай, давай. Вышла. Так, нам надо срочно починить. Отлично. По местам, ловим ветер. Так, а вот эту хрень надо просто, думаю. Рисы брось, срочно! Блин, он здесь, надо бить!
Просто потопить и все. И возьмем все, что осталось. Круче к ветру! Пли! Стреляйте вон туда! Да, так и! Готовы, сэр! Так. Что, хорошо? Известность у нас повысилась. Сейчас, походу, за нами охотники придут. Справа! Он еще жив! Мне как? Впереди скала! Спустим все, кроме гротов! Ага. Паруса убрали. Охотник появился. Ну что ж. Приготовиться. Сейчас будет жарко. На мачты, грот отдать. Фу. Отдать все, вперед! Пли! Еще чуть-чуть! Плотник быстро не справится! К бою готов, сэр! Если мы здесь, надо бить! Бой готов, сэр! Спустить промселя и бомбромселя! Накидывай! Поймать ветер! Все паруса! Вон слабое место! Залп! Только скажите, как? Залп! Ударьте туда! Это их добьет! Пли! Кэп, стреляйте вон туда! Пли! Пли! Стреляйте прямо туда! Держись! Пли! Мы мигом, сэр! Пли! Вон слабое место! Готовы, сэр! Идем на стул! Пли! Готовы, сэр! Пли! Поймаем ветер! Отдать гроты, парни! Ну что, охотник, молись! Вот и все. Было не так трудно. Гроты по ветру! Гроты бросоты! Крюки готовы! На абордаж! Так, то же самое. Убить. Ой, 10 человек и все. Я-то думал, охотник будет покруче. Фигня. Давайте. Ой, блядь. Давай, 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 подходи. Сука поганая. А? Испугались? Неплохо. 55 металла. Неплохо так поплавали. Есть. Вот так бой, не право. Что в итоге? Выгодная сделка, точно. Теперь самое время залечь на дно и не привлекать к себе внимания. Согласен. Как же нам избавиться от своей известности? Деньги, друг мой. Не сглупишь и дашь взятку нужному чиновнику, солдаты оставят тебя в покое. Верно, так и сделаем. Познакомлюсь с этими добрыми самаритянами. Мудро, друг. А может, с коррупционерами? Come on.
Так. Черт. Пропустили поворот. Бывает. Так. Возвращаемся. Оба-на. Ну, подвиньте. Ты улегся-то. Так, подкупить какого-то козла. Привет. Ну, привет. Хочешь залечь на дно? Угу. Испытание Абстерго выполнено. Так, купить какое-то орудие. Пардон. Не понял. А, поете, что ли? А почему в каюте? Купить. Улучшение галки. Бортовые орудия. Бесплатно? Ну, нифига себе. Так, тут у нас костюмы. И все, да? Ладно. Неплохая такая каюта. Браво, Кенвей! Ты создан для нашего дела. Что по сердцу, то не в тягость. Ха-ха! Здор. Но это не навсегда. Я только хочу накопить золото на землю и на титул. Боже, да сам себя послушай. Все грезишь о своей красотке в Англии, а тут любую выбирай. Прибежит только по мане. Достойные цели, господа. А ведь я вроде как среди отпетых негодяев. Отличная сделка. А что команда? Команда ликует. Поговаривают о встрече с мастером Кидом, чтобы ограбить плантацию. Плантацию? Как смело. И выгодно, если получится. Да. Это идея. Это идея хорошая. Ограбить плантацию. Ну чё, миссия была неплохая. Плохих пока еще не было. Так, ну что, дорогие друзья. Я предлагаю на этом закончить. На плантацию двинемся в следующей серии. Вау. Тут у нас прямо чайки летают. Нифига себе. Ха. Ладно, всем спасибо за просмотр. Увидимся в следующей серии. Всем удачи, всем пока. Обязательно поставьте лайки. Не забывайте. Удачи.